Адильгерей Магомедович Магомед Тагиров, российский государственный деятель, генерал-лейтенант милиции, герой Российской Федерации. По национальности – аварец. Биография. На службе в органах МВД СССР с 1978 года был милиционером, оперуполномоченным уголовного розыска, начальником уголовного розыска в советском РОВД Махачкалы. В 1988 году окончил Минскую высшую школу милиции. С 1992 года – заместитель начальника Главного управления уголовного розыска МВД Дагестана, с 1994 года начальник Дербентского РОВД, министр внутренних дел Республики Дагестан с 22 мая 1998 года, получил известность эффективной борьбой с дагестанскими и чеченскими ваххабитами, в том числе с джамаатом «Шариат». Осенью 1999 года участвовал в планировании и проведении боевых операций во время вторжения боевиков в Республику Дагестан. Мастер спорта по вольной борьбе, жена Индира и трое детей, Арсен, Диана и Патимат. Награжден орденами за заслуги перед Отечеством IV степени, орденом мужества, медалями ордена за заслуги перед Отечеством и два степеней, медалями за отличие в охране общественного порядка, за укрепление боевого содружества, другими медалями. Трижды награждался именным оружием. Посмертно награжден чеченским орденом имени Ахмата Кадырова. Убийство Магомедова. Тагиров пережил несколько покушений на свою жизнь, связанных с его профессиональной деятельностью, в которых был ранен и контужен. В причастности к ним подозревают Раппани Халилова, убит тремя попаданиями снайпера в Махачкале 5 июня 2009 года. 9 июня 2009 года президент России Дмитрий Медведев на совещании глав регионов Южного федерального округа в Махачкале объявил о намерении присвоить Адильгерею Магомеду Тагирову посмертно звание Герой России. Соответствующий указ был подписан 10 июня 2009 года. Расследование 24 февраля 2010 года. Следственный комитет при прокуратуре РФ заявил о раскрытии убийства Адильгерея Магомеда Тагирова. По имеющейся информации, исполнителями преступления явились сотрудники спецподразделения Министерства обороны РФ. По версии журналистки Юлии Латыниной, поводом убийства генерала Магомеда Тагирова могла быть его позиция по контролю расходования бюджетных средств на берегоукрепительные работы на побережье Каспийского моря в Дагестане.